В монгольском Улан-Баторе прошел международный фестиваль кочевников «Вклад народов в развитие цивилизации, песенное, танцевальное и ремесленное искусство, костюмы кочевых народов». Фестиваль длился 3 дня и встретил своих гостей музыкой и танцами. Калмыцкие участники поразили гостей фестиваля и хозяев своей культурой, игрой на музыкальных инструментах и вокалом. Отмечу, что фестиваль являлся международным. В нем также приняли участие представители Турции, Казахстана, Японии, Кыргызстана и Южной Кореи. Мы представляли Калмыкию небольшой командой, но мы выступили и представили наше песенное, инструментальное искусство, ремесленное искусство, костюмы. Наш театр, к сожалению, мы с таким багажом можем представить всего лишь одну коллекцию, можем выступить с одним показом. К сожалению, только одна коллекция – это «Стародавний век золотой», посвящение калмыцкому Айке-хану.